Вечер поэзии и музыки был запланирован для гостей женского клуба в стиле «Амор и Мио». Приглашенные начали собираться задолго до начала. Даже сама атмосфера ресторана «Амор и Мио» настраивает гостей на лирический лад. А по-другому нельзя. «Ломтик манго» представила на суд зрителей шымкентская поэтесса Валентина Хасанова. А почему ломтик? Потому что у меня в этом сборнике только часть моих стихов. Самые маленькие, самые вкусные маленькие ломтики. Вот, читайте, наслаждайтесь. Более большой фрукт будет чуть позже. Я готовлю к печати еще два сборника. Клуб «Ночной ломтик манго». Виски, лед, ломтик манго, душу рвет ритм танго. Не с тобой я танцую, что со мной, я ревную? Ну, мне кажется, если вы сейчас услышите эти стихи, но только уже в письменном варианте, потому что Валентина, она вообще поэт-песенник, мы сегодня узнаем, сколько замечательных песен написано на ее стихи, это будет как раз самое время. На стихи Валентины написаны песни. Большинство из них исполняют популярные певцы Сергея Осипенко и Надежда Топчей. Бирюзом осеннего ветра звучат провода. В поступе белой пушистой головной тигрицы. Город уснувший тихонько заходит зимой. Снег летает, кружится, залепив мне ресницы. Для него это просто игра. Твои мысли на поду, я несказанно рада. И сушила мне душу жара. Твои мысли на поду. Поддержать поэтессу пришли ее друзья, родные, коллеги по цеху. Среди гостей очаровательная пара Мария Шифман и Дмитрий Андронов. Мария подарила виновнице торжества композицию на ее стихи, музыку для которой написал Дмитрий. Лучше в мире мужчин. Поцелуи дождя холодят, покрывая горячее тело. Под ресницами плещется взгляд мой наивный, открытый и смелый. Замша туфель промокла насквозь, но беспечно шагаю по лужам. Мы с тобой полчаса только врозь. Понимаю, ты мне сейчас нужен. И стрелой смс-ка в эфир мимо. Знаешь, одна я тоскую и ревную к тебе этот мир. Даже капли дождя я ревную. Угол дома, знакомый сосед, приоткрывший мне вежливо двери. Вам спасибо, кричу ему вслед. Я так счастлива, я в это верю. Обниму тебя, сходу прижмусь. Я щекой к твоим, твоей жесткой щетине. Где бы ни был, знай, я вернусь к тебе, лучшему в мире мужчине. Многие из гостей женского клуба, знающие Валентину Хасанову, даже не подозревали о таланте волевой и требовательной бизнес-вумен. Пока поэтесса подписывала свои книги желающим, настоящая кулинарная поэзия рождалась в святая святых ресторана «Амор и Мио». Шеф-повар ресторана Дмитрий преподнес гостям не менее экзотический, чем ломтик манго, сюрприз. Во время традиционного мастер-класса гостям довелось увидеть, как в умелых руках кулинара рождается черная пицца с чернилами каракатицы и морепродуктами. Mm-hmm.
ставим опару, а потом на опаре замешиваем уже тесто. Ну, как быстрый вариант, да, сейчас такой? Ну, примерно 2-3 грамма дрожжей. 2-3 грамма. Да, на пиццу много не надо, чтобы она сильно не поднималась, как пирог. То есть, если мы положим больше дрожжей, то форма пиццы может измениться в минусную сторону. Все это перемешиваем с водой. Да, плюс вам... еще оливковое масло. Примерно на 100 грамм где-то получается 40 грамм оливкового масла. Это в водичку надо? Да, прямо в водичку. Хорошо. И сюда же муку, да, теперь? Нет, сейчас сначала чернила. А, сначала чернила надо. Сначала чернила. Ну, сегодня интернет пестрит этим блюдом. Многие утаивают этот рецепт, рестораны думают, что никто не догадается. Мы решили не хранить это в тайне. Где чернила взяли? Где взяли чернила? Где взяли чернила? Заказывали. А везли как? Температуру? Режим она есть какой-то? Она подсоленная, как черная икра. Она подсоленная, да? Поэтому температурный режим как, в принципе, не надо же. Забыли организаторы вечера поздравить с праздником и театрала. Я хочу летать, как птичка! Это же так смотрят всем людям! Чего люди не летают, а как птицы? Вот так пробежала! Скинула в руки! Ты полетела! Я сумасшедшая, это вы, которые сидите здесь! Вам просто кажется, все кажется. Поверьте нам.
Тему вкусной и здоровой еды после потрясающего итальянского ужина не продолжить было невозможно. Гости женского клуба с большим удовольствием присоединяются к программе «Стройнее вместе с Amore Mio». Программа рассчитана на 21 день, и каждый день в Amore Mio для стройнеющих гостей особое меню. Ведущая заседание клуба в стиле Amore Mio одной из первых поставила перед собой цель – к лету стать значительно стройнее. Amada mia, amore mio, amada mia, amore mio, amada mia, amore. Мне очень хочется рассказать вам о тех успехах, которые, в общем-то, которых я достигла за 12 дней моей диеты, когда я вместе с рестораном Amore Mio начала стройнеть. Я хочу сказать, что я любитель поесть, и поэтому мне очень сложно было всегда держать диеты. У меня были, конечно, такие случаи, когда я там ложилась в какие-то центры, скидывала 10 килограмм, а потом их наедала в два раза больше. И вот сейчас, удивительно, я, в общем-то, расстаюсь со своими лишними килограммами, при этом 5 раз в день питаюсь, и питаюсь очень вкусно и изысканно. Вот у меня такое замечательное меню, которое предполагает присутствие всех продуктов. Оно очень сбалансировано. Углеводы, белки, полинасыщенные жиры. И вы знаете, мне этого всего хватает, хотя утверждают, что там всего лишь 1300 калорий. Я хочу сказать, что 4 килограмма минус, даже 4 килограмма 300 грамм, чтобы быть точнее, получается за 11 дней. На этой диете я предполагаю продержаться 21 день. Я даже не могу сказать продержаться, мне просто она в удовольствие. И вы знаете, если вначале я перед собой ставила цель, 6-7 килограмм минус, то сейчас я поняла, что я буду держать эту диету 3 раза, и, в общем-то, я замахнулась на достаточно значительную цифру. Но поскольку вся моя биография находится в интернете, и каждый может увидеть мой вес до того и после того, то я могу утверждать, что это совершенно честно и объективно. Поэтому, уважаемые друзья, я хочу вам пожелать всем хорошего весеннего настроения. И вот так же замечательно, легко, изящно и со вкусом расставаться со своими лишними килограммами, потому что нас ждет весна, лето, и я думаю, что вот пребывать в ощущении такой легкости и радости хочется каждому из нас. Я открою маленькую тайну. Сейчас, до конца этого месяца, марта, здесь осталось совсем немножко, есть огромная скидка на это диетическое питание. И эта скидка будет продолжаться в течение 3 месяцев, когда человек захочет с нами продолжать свою диету. Поэтому я сейчас пользуюсь этой возможностью, посчитав примерно, сколько за день я съедаю, на какую сумму, я хочу сказать, что то, что я плачу сейчас за эту диету, оно абсолютно не выходит за рамки моего дневного бюджета. Поэтому я призываю вас, воспользуйтесь этой возможностью, это здорово. Меня сегодня ждет мой вкусный ужин, но сегодня на ужин у нас кролик с овощным рагу и салатик из свежих огурчиков, такой немножко припущенный. Я хочу сказать, что если посмотреть на эту еду в объеме, то она достаточна для того, чтобы наесться. И вот, например, если посмотреть на мой завтрак, это зеленая гречка с ягодами годжи и с кокосовым молочком. Вот завтра утром я все это разбавлю. И при этом у меня есть еще фермерский кефирчик, который на завтра у меня будет с
семенами льна. Я хочу сказать, что это очень полезно, это очень красиво, это вкусно. Единственное, у меня есть один большой совет. Первые дни я как-то ела вот из этой посуды. И мне казалось, ну, было как-то некомфортно. Сейчас всю еду я перекладываю в красивую посуду. С чувством, с толком, с расстановкой я все это ем, получая огромное удовольствие, насыщаясь. И, как я вам уже сказала, теряя свои ненужные килограммы.